Друзья, всем привет! У нас наступил декабрь, и это значит, что до Нового года осталось меньше одного месяца. Мы подумали и решили провести для вас интересный конкурс, розыгрыш, в общем, кому как удобно. Сейчас попытаюсь в двух словах рассказать вам, в чем он будет заключаться. Вам нужно будет прислать одну фотографию, фамилия, имя, отчество, можно без отчества, как хотите, марку, модель авто, год выпуска, город, откуда вы, телефон, и я думаю, что какую-нибудь ссылочку на ваши соцсети. Если захотите, мы их укажем там. Контакт, Инстаграм, Ютуб, все, что захотите. Делайте красивую фотографию. Ну а мы откроем голосование, где будут множество разных машин, все, что вы пришлете. Вы голосуете, и у кого больше голосов, соответственно, тот и выигрывает. Ну, я обещаю, что у нас будет, я думаю, точно 5 первых мест с призами, мы кому подарим там комплект, систему управления, в общем, все, что вы захотите. Ну а всем вообще участникам, в общем, подарки будут у нас для всех. Так что, ну, конечно, у кого будет больше голосов, тот и победит. Но это будет не один человек, 5 я обещаю, а возможно и больше. Посмотрим по ситуации, сколько фотографий пришлете, сколько будет участников. Я думал, что вообще участников будет где-то 50-100, а возможно и больше, а возможно и меньше. Посмотрим это количество, но мы обещаем от себя подарить это точно пневмоподвески, систему управления, в общем, все, что вы выберете там на свою машину. Так что делайте красивые фотографии, присылайте нам на почту, ну а с нас призы, подарки. Мы обещаем, что каждому участнику мы сделаем приятное, ведь подарки дарить – это круто. С наступающим Новым годом! Ждем фотографии, а я пошел греться.